Химках продолжают масштабную реконструкцию детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте. Осмотреть ход работ приехала депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Сегодня мы видим, этот детский садик строится у нас по программе Московской области. Это конкретно контроль и со стороны губернатора, и, естественно, главы города Химок. Если раньше у нас стояло от 3 до 7 лет, чтобы все дети были обеспечены местами в детских садах, то сегодня уже и ясельная группа. То есть это уже начиная чуть ли не с 8 месяцев. Детский сад возводят на месте старого, который был построен более полувека назад. Новое здание будет почти в два раза больше и на один этаж выше. Садик рассчитан на 320 детей. Здесь будут группы от первой младшей до подготовительной. На первом этаже, понятное дело, что будут располагаться самые маленькие жители, скажем так, нашего детского сада. Ну и на крайних этажах детки, которые постарше. На сегодняшний день строители заканчивают монолитные работы и уже скоро приступят к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. На данный момент работает 35 человек, 4 единицы техники. Идем по графику. Строительная готовность 30%. Открыть детский сад планируют уже через несколько месяцев в начале нового учебного года. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.